Сегодня третий день недели моды в Москве, и мы продолжаем свой репортаж. О сегодняшнем показе? Именно по дизайнам или, в принципе, как провели? Как провели сегодняшний? Ну, честно, я думала, что при том, что у нас было 82 лука, я очень боялась, что у нас какой-то будет кавардак, но я считаю, что, во-первых, Эстет очень хорошо как бы организовал все, потом я готова, большое-большое спасибо сказать нашему продюсерскому центру, потому что умудриться 82 ребенка выставить в ряд, это было что-то. А как проходила подготовка? Подготовка у нас шла вот 2 недели. У меня прилетели иностранцы. Вот последний самолет был 2 дня назад. Еще одна девочка прилетела из Бахрейна. Она с нашими русскими детьми занималась на русском языке. Ей очень понравилось. Ну, так, в принципе, подготовка шикарно шла. А вот скажите, как вы успокаивали детей? По-любому же кто-нибудь доволновался. Ну, были, конечно, вариации, что волновались, но как-то дети уже настолько уже привыкшие к показам, что ходят сами. Вон маленького видели, какого мы вывели, 74 сантиметра. Ничего, прошел же. А расскажите, а у вас есть любимый дизайнер? Откуда вы черпаете свое вдохновение? Честно, из детей. Потому что у меня у самой дочка, и мои все платья и так далее, то есть мы вместе с ней занимаемся на самом деле дизайном, из-за этого как бы не могу сказать, что вот какой-то вот такой вот дизайнер, вдохновения у меня такого нету. Хорошо, спасибо, мы вам желаем творческих успехов, двигайтесь только вперед. Спасибо большое.